Мир вам! В эфире новости международного служения Александра Шевченко. В эти выходные мы все вместе будем вспоминать о воскресении Иисуса Христа, о том, что мы обрели спасение по благодати. Но не даты творят праздник, а состояние души и сердца. От всех сотрудников миссии мы хотим пожелать вам, чтобы ваши сердца всегда были полны любви, мира и сострадания, а также благодарности Богу за Его милость к нам. 26 и 27 апреля мы приглашаем вас принять участие в христианской конференции в городе Алматы, в Казахстане. 26 апреля, в субботу, состоится открытие конференции в здании церкви Агапы, улица Туркибаева, 145. С 9:30 до 11 утра встреча для пасторов и лидеров. С 11 утра до 3 часов дня общая конференция для всех желающих. Вход свободный. 27 апреля, в воскресенье, служения пройдут по адресу церкви «Новая жизнь» в 9:30 утра и в час дня. Улица Рихарда Зорге, 14А. Подробная информация в разделе «Календарь» на сайте ugol.org. Всего вам доброго и до новых встреч!